Пропахала Светка жизнь, да кредит взяла, кажись. Парк-отель построила, родителей пристроила, а позже для Андреев и Забеб Светка вдруг дала ответ. Ликбезом не замучена, сборенькой обучена. Китайские шмотки, разные колготки я за свои купила, мне мама подарила. И отдыхать я езжу всего два раза в год. И вдруг не за народные, за папины, за кровные. И не агент я Путина. И интервью не дам. А вы все врете, сволочи. А я блатная мадам.